Берлинский политехнический техникум ко дню столетия Чувашской автономии представляет поздравление преподавателя, организатора ОБЖ, подполковника в отставке, члена Союза писателей России Ивана Михайловича Вершинина. Автором этих стихов являюсь я, Вершинин Иван Михайлович. 100 лет Чувашской автономии. Юбилей Чувашской автономии. Есть в созвездиях радостное горит. Есть успехи лет всех миллионы. Юбилей о них нам говорит. Вот уж 100 лет с матушкой Россией мы едины, как одно зерно, обогреты солнышком весенним. Вместе нам уютно и тепло. Вместе пили горечь лет военных, счастье, радость людям принесли. И теперь в веках союз нетленный, вечный он и ныне, и вдали. С праздником всех жителей Чувашии! В каждом пусть присутствует весна, и скворцы летают пусть над пашнями, наяву несут мир не во снах. Марш воинов-интернационалистов, слова и музыка Ивана Вершинина, аранжировка заслуженного работника культуры Чувашской Республики Геннадия Яковлевича Чиркина, исполняет сводный хор студентов Шумерлинского политехнического техникума. Видишь ты за ним. Пришел комбат, пришел приказ, но мама нашим больна. Мы точно выполним наказ, вернемся птицей вольно. Наш дух не сломлен боевой, я все равно вернусь домой. Любимой маме, где она, девчонки, только ждет меня.